Габдулла Тукай – великий татарский поэт начала 20 века. Его стихи и рассказы проникнуты любовью к своему народу. Каждый год в апреле его вспоминают в Татарстане и других городах России. В Саратове вечер, посвященный его творчеству, состоялся по инициативе общественной организации «Якташлар». Мы всегда помним Габдуллу Тукая, потому что он любил свой народ, потому что он любил свой язык, потому что он любил свою родную землю. И я думаю, что мы, как наследники Тукая, тоже должны быть так воспитаны. Участники литературного вечера говорили о значимой роли Габдуллы Тукая в сохранении татарских традиций и языка. Заслуги поэта отметили деятели культуры, имамы и педагоги. За свою недолгую жизнь Тукаю удалось написать ряд глубоких стихотворений, которые и сегодня наши современники учат с удовольствием. Много из его творчества было прочитано и на этой встрече. Если язык свой знаешь, то и историю знаешь. А если знаешь историю, то и культуру будешь знать. И тогда начнешь осознавать себя татарином. Поэтому родной язык нужно знать каждому, впитывать его вместе с молоком матери. Учить его необходимо каждому, наряду со словами из Корана. Родители должны учить нас этому. В своем творчестве Габдулла Тукай затрагивает различные социальные проблемы, переживает за сохранение татарского языка и культуры. Его волнует духовно-нравственное воспитание своего народа. Многие работы он посвятил исламской тематике. Я думаю, что творчество Габдуллы Тукая – это, конечно же, не просто стихотворение. Он хоть и прожил недолгую жизнь, но всей душой и мыслями переживал за проблемы татарского народа. Несмотря на то, что прошло уже более 100 лет, его идеи и те вопросы, которые он ставил перед нашим народом, перед нашей религией, они и сейчас очень актуальны. Несмотря на свою сложную судьбу и недолгую жизнь, Габдулла Тукай смог оставить действительно богатое культурное наследие. Сегодня его произведения живы, их читают, и по ним учатся любить родную землю, язык и традиции.